Привет всем стратегическим жевжикам, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Загаллов в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Рекомендую перейти к первой серии, если вы ее не видели, все-таки лучше смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку, а всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, сейчас поведу, наверное, посела туда. Так. Опять пошел разговаривать. Звонит, ваш. Деловой. Туда скаутом сбегаю. Так. Так. Что мне тут надо? Исторические хроники, ну это два кампуса, так? Ну, давайте начну. Пока. Блин, менять ли тут? Ну и нужна ли мне армия вообще, в принципе? 67 укри. Не, ну мне надо... Не, наверное, пускай пока стоит. Мне надо припрачников построить. Мне бы и... Еще... Ну, мне надо три прачника еще, как минимум. Еще одного гесата. И это, кстати, наемников. Три прачника, один гесат — это будет ускорение для наемников. Ну, а потом две... Галеры. Блин. Вот этот не очень в тему появился. Лагерь. Потому что там я же хочу железо обрабатывать, а до него дойти сейчас неудобно. Города все стоят на еду производства, да? Отлично. Тут еще влезет город. Кстати, у меня тут руинка есть. Вылечится уже скаут тогда. Хотя там бегает вообще кхмерский, может, он уже забрал. Ну тут не очень, мне кажется, тут я города не буду ставить. Сейчас сюда поставлю. Сюда город, сюда. И седьмой, наверное, где-нибудь здесь. Не здесь, а вот именно здесь надо ставить. Хочу посмотреть, как у меня священные места. Ну, по идее, должны очень мощные быть. И, видимо, вот сюда я буду опит ставить, а сюда священное место. Смотрим. Плюс 4. Видите? Но сначала мне надо железо обработать. Блин, или сначала священное место. Давайте я сейчас вырублю, поставлю священное место строиться. Ух ты, это что, кхмерские города уже так влияют? Нет, надо кри. Так кри, скорее всего. Но все равно надо вот сюда ставить. Поведу. Не, давайте возвращаться. Этим, наверное, сюда схожу. Тут, наверное, уже можно бежать. Так. Есть послы. Лиссабон, военный лагерь. Вряд ли. Лучника, возможно. Великого ученого. Ну, мне, конечно, Канди надо в первую очередь. Так, в Тирване. На производство. На производство. И тут откладываю один ход, потому что я сейчас буду вырубать лес и ставить священное место. Что у нас по великим людям? Дед Бородет уже пророка фигачит. Ученых тут
Кри уже компуса послал 28. Найс, найс. Ничего не скажу. Вырубаем священочку. Два хода. Идем сюда под защитой. Ну, апит вот сюда, походу, ставится. Будет соседство. Как раз. Да, смотрите, есть еще руинка. Ну, Кри, я так понимаю, в кампуса вместо городов, да, у него три города только. Наверное, кампуса крутые. Давайте посмотрим, где мне ставить кампус. Ну, во-первых, вот тут кампус, да. Ставится на плюс 3. Мне кажется, вот тут где-то должен кампус быть. Мне надо будет выкупить клетки. Так. Здесь есть проблема с кампусом, потому что нельзя рядом с центром города ставить. Что тут не пройти? Опять кхмер бегает. 30 веры, ну... Честно говоря, фигня на данном этапе уже. Так, священное место. После священного места, наверное, сделаю прачника. Здесь тоже прачника делаем. Хорошее предложение. Хорошее предложение. Может сразу же выкупить. Ну, тут он не может тут, не знаю. Тут точно город, наверное, нету смысла спешить с выкупом клетки, потому что он там не может ничего. Так, обработку железа откладываем. Исторические хроники, наверное, тоже отложим пока. У нас с религиями пока ни одной, но там на пророка дед бородет. А тут дофига, кстати, еще и пигмей на пророка делает. Причем читает. А, нет, это ходов. Не читает. Давайте пока сюда схожу. Папа Смурф, походи, пожалуйста, скаутом. Так, стоит. Здесь мы делаем священное место. Вообще, мне бы на самом деле гавань больше хотелось бы открыть, но это вот здесь. Там твоя метка возле лагеря варваров. Да, моя. Так, ну тут еще одного прачника, как раз третий будет, да? А в Адуатуке я следующим ходом отложу, чтобы... Блин, нет, не получится отложить. Так, тут надо будет, значит, в очередь поставить еще строителя. Нет, даже святилище. Или проект вообще сделать на пророка. Что я прям там... Ну, вообще, мне бы на трудовую повинность вполне нормально бы на производство зашло, потому что я взял пантеон от тропических лесов. Да, давайте, наверное, молитву в священном месте проведем.
Блин, а чё так много лояльности-то? Ну, сильно так сильно влияет. Больно. Блин, прям ты хоть город не ставь. Не, ну город ставить, конечно, надо. Как бы... не обсуждается. Да, я бы трудовую повинность взял. А тут кто-то читает тоже. Пигмей прочитал проект. Ну, потому что это уже плюс 4, например, вот здесь. Просто на ровном месте плюс 4 уже производство. А в самом городе 15. То есть это больше четверти производства сверху добавочка. И это без карточки на плюс. Мы дружбу продолжаем? С ресурсами. Ни у кого ничего больше нету. А жаль. Так, ускорились у меня. Наемники. Обработка железа открылась, да? Да. Странно, наемники не ускорились, да? Странно, у меня вроде 8 юнитов. А, мне еще одного этого надо. Да, я еще вот этого гесата хочу еще одного построить. И все на этом будет. Блин, тут надо районы, конечно, повыбирать. Так, пророк нанят, нет? Нет, еще 4 хода. Но он все равно раньше меня явно возьмет. Блин. Мне кажется, он сейчас убьется об гесата. Блин. Так, тут мы отбегали свое. Давайте Давайте я подожду один ход из этого. Блин, а тут варварский этот бегает. Наверное, сюда сейчас побежит. Так, да, пропущу ход. Благовоние мне уже не так сильно надо. Вот я лучше бананчики обработаю. Блин, тупо не успеваю выбрать. Да, Кри неплохо развивается, конечно. А, убился. От прачника убился, отлично. Это значит, что ускорен. Так, наемники ускорены и стрельба из лука ускорена. Отлично, открываем стрельбу из лука. Так, тут мы... Может, еще один проект провести?
Ну и как тут опит будет стоять? Плюс 3. Норм. Мне кажется, это красиво. Так, значит, тут ставим город. Перебрасываем караван. И сюда этого ведем, чтобы... О, тут Кривон. Оборонительную тактику. Вряд ли мне кто-то сейчас войну будет объявлять. Совсем таймера хватает? Нет, но это таймер для сетевой игры. Понятно. Его никак не изменить. Можно изменить, но мы тогда долго играть будем. О, я таки получил пророка, неужели первым? Давайте каменную кладку. Иудаизм, ну, галы иудеи. Да, есть трудовая дисциплина, зашибись. И... Может, давайте... Покупать за веру? Ацтек, сделку, смотри. Не, в культуру лучше. Ой, я не то взял. Я не то взял. Суховее. Ладно, тут 4 производства, видите? Священное место на 3, тут на 5, но тут кампус у нас на 4 будет. Поэтому священное место вот сюда надо. Не отправляю пока караван, потому что, во-первых, не успела, во-вторых, вот этот вот скаут не это очень... Мы воевать начали. Да. Так, как сильно сейчас отваливается? Минус 8,3. Где у меня хоть какой возможность взять... Ага, следующим ходом... Возьму Губера в Навидун посажу. Рейну, наверное. Можно отправлять караванчик. Опа. А вот и чудо. А, это компьютер. У нас играет. Так, я здесь постою. Успел походить. 2, 3, 5, 6. Но мне бы еще, наверное, одного посела не помешает. Последний. Это тут надо ставить. Рейну назначаю в Навидун, потому что она дает быстрее покупку клеток. Где тут вот? Ускоряет приобретение новых клеток, плюс еще
Плюс еще то же самое. Монумент ускорит. А какие-то верования для религии запрещены? Нет. Отлично. Черепашку, кстати, можно. Блин, гавани бы мне открыть. Да, собственно, вот они и есть. Верховую езду, водяная мельница, древние стены. Не хотел выходить, потому что Гесат внутри дает плюс к лояльности. Обработано. Ватики 30 производства. Что-то, правда, еды нету. Так, этого парня сюда. Это два хода, да? За два хода, соответственно, можно еще один. Еще одного строителя сделать. А пит где-нибудь я могу тут нормальный поставить на плюс? Плюс может быть только от шахт, так? Ну, мне очевидно... блин, тут шахт невозможно. Тут нельзя поставить. Знаете, мне, наверное, его надо здесь ставить. Тут будет шахта. И вот здесь будет шахта. Ой, блин, какая автократия в жопу. Ой, блин. Республику я, конечно, хотел поставить. Как ее, античную. Из-за таймера тупо не успел. Так, поселенцев убираем. Два влияния. Строители. К жилью может взять. Бонус от священного места, несомненно. Давайте к жилью возьму. Итак, 8 производства. Окей. Окей, Google. Так, что Канди дает? Вы получаете реликвию при открытии каждого нового чуда природы. Все, давайте за сюзеренью. О, руинка сразу нашлась. Странно, как тут Кхмер ходил? Блин, знаете, что самое дебильное за галов? Это то, что гавань нельзя с центром города ставить. Вот это подстава.
Я вот этого не ожидал, что-то. А если ее ставить не для этого города? Неважно, просто рядом с центром. Ты за любую другую цивилизацию не можешь с центром ставить другого города. Нет, ставишь в третьем радиусе города. Гавань, достраиваешь ее. Тебе еще раз потом другой город ставишь уже на построенной гавани. Боже, а зачем так мучиться? Ну, не знаю, ты спросил, что нельзя. Я говорю, что ну вот, а если вот так вот? Слишком сложно. Ты про дурак Портер говоришь? Нет, так у меня все тут города так. Не имеется другом... в виду, ну, конкретно про этот город. Нет, я сейчас говорил конкретно, например, про мою столицу, где у меня два ресурса, две рыбы находятся. Я бы имел плюс 4 гавани, если бы мог поставить. Да, туда пойду. Так. Я бы даже, наверное, распространил религию. Но для этого, правда, святилище надо. Блин, вечно я вспоминаю. Непривычно в сетевой. Так окошко обычно открывается в игре, когда кто-то тебе спросит. А тут эти иконки не успевают видеть. 53 науки у Кри. Я все равно впереди него по дереву. Куда эти 53 науки идут, непонятно. Так. Наверное, строительство. Водяную мельницу не буду я строить, а вообще я бы галеры построил, поэтому мне надо что-то побыстрянее. Давайте вот так сделаем. Я думаю, одного хватит. Мастерскую. Так, что там за инженер? На один район больше. Ну, такой. Так, денег дофига. Поэтому черепашек выкупим. Ресурсов на продажу ни у кого не появилось? Нет. Успею, интересно, я раньше перса... Ну, перс компьютера, да, перс не соображает. Кхмер хотел забрать явно этот... Ту руинку. Так.
Ставим на галеры. Место. Еще, кстати, и оборонительные здания можно. Да. Так, господи. Что стало с убиранием карточек? Подтвердить. Тут галеру давайте. Вообще, наверное, две галеры прям тут и поставим. В остальных, по-моему, оно дольше будет. Здесь как три хода. Три. Четыре. Сорок науки у Кхмера. Ну, у Кхмера там классно, тоже на веру должно быть. Почему распространяете, чтобы это священное место начало давать производство? Потому что без веры оно не будет давать производство, без моей веры. А вот теперь 8 производства, да. Так, какой район? Мне кажется, здесь все-таки кампус давайте. Уже пора. Кампус, а потом он вырастет до 7, я надеюсь. И мы построим следующий район. Вообще, конечно, видите, мне приходится выкупать клетки. Хотя, по идее, их должен захватывать, строя шахты. Ну, что поделать. Нету подходящего места. Вот сюда, наверное, можно. Плюс 3. Вообще тут для апида, мне кажется, подходящее. Плюс 2. Ну, не совсем прям уж. Но лучше, мне кажется... Священка плюс 3. А тут вообще плюс 4. Давайте, наверное, священку сюда. Почему я священку ставлю? Потому что мне священка будет давать 8 производства. В то время как апид только 3, как вы понимаете. Даже 2. Хер, мне предупреждение объявил. Да, забыл я там про... Ладно, давайте на автомат уже скаутов ставить. Еще один скаут. Строители. Ну как же мне тут гавань-то бахнуть? Получается сюда только? Или даже сюда надо? Хотя бы плюс 2. Не знаю, пока что тут обрабатывать этим. Можно? Я не хочу никуда. Почему я должен на крестик нажимать? Блин. Задолбали. Так, теперь сюда надо религию распространять. Судостроение открыли. Стоунхендж тоже. Кир построил. Так, вот сюда надо идти. А Кир...
Кир компьютер. А то что-то я не понял. Вопрос. Его же разобрать-то можно? Или его нельзя торговать? Можно. Нет, с компьютером только либо мир, либо война. То есть с ними нельзя торговать, там обмениваться ресурсами. Не знаю, стоит ли тут еще караулить варваров. Блин, ну долбаные канди. Сюда пит поставим. Ресурсами все еще низким. Да. Анбар. Можно расти. А, денег нету. Купить клетку уже. Ну, давайте монумент, раз нету денег. Не, пускай вырастет за один ход. За один ход можно вырасти. Надо думать, где мне еще нормальные кампуса ставить. Боже, 4 религии. Крестовый поход. Там кто-то крестовый поход взял. Неизвестный чувак. Вы это как? Чекаете? Да, чекаю. Я хотел веру, чтобы... Вот это я хотел, хоровую музыку взять. Кто такой агрессивный? Испанец. А, ну испанец. Это многое объясняет, да. Ну, мне брать просто больше нечего. С моей ситуацией. Единственное, что я могу взять. Защитник веры? Да, нет. Не защитник веры, а крестовый поход он взял. Нет, это я понял. А, типа надо брать защитник веры потом. Ну, типа... Зачем, ну, как бы зачем... Крестовый, я так понимаю, что он взял ради того, чтобы подумал, что, ну, там, типа, всего лишь две дубины пришло, там, два меча. Сейчас я это, там, буду стоять, там, на границе, и мы не сможем друг другу ничего сделать. Вот. А, видимо, получилось чуть-чуть по-другому. Так, точнее, не видимо, а так и есть. А с кем он там воюет? Воюет он с ацтеком. Ацтек на меня напал. Блин, я тут это даже увидел, соседства нету для апида никакого. Надо ли мне тут апид строить, я вот думаю, в этом городе. Ну, ладно. Не, ну тут хорошо. Будет соседство не плюс один, просто, конечно. Первое, что пришел в голову, что есть на войну, так это крестовый поход. Я его и взял. У меня каменоломен ну, даже ладно, вообще ладно, нету. Хорошо, ну и плюс одно производство за. А, тут нету вообще от шахт соседства. Нет, есть для районов соседство, просто как... То есть будет плюс один. У меня тут стратегического вообще. Ладно, давайте, наверное, амбар. У меня тут пока есть производство от, от священного места. Кстати, я бы поменял карточку на стены. Я бы поставил в Наведуне и Багакуме... Стены. Кого я встретил? Бразильцев встретил. Ой. Пожалуй, идет. Блин, ну... Господи, Канди, ну как так можно лучником ходить постоянно? Просто... Ну вот давайте глянем.
Да, плюс один опит. А здесь будет на плюс 3, я так понимаю. Да. Ну вот здесь надо поставить на плюс 3. Конечно же. Надо ли мне храм? Или давайте строителей лучше бахнем побольше. Так, я хочу... Блин, два кампуса. Наверное, надо так открыть. Исторические хроники. Потому что у меня один кампус, а второй фиг знает, когда будет. И вообще, где он будет. +2, +2, +2. Вроде гор много, а из-за того, что я не могу рядом с центром города ставить ничего, то и, соответственно, ничего я не могу построить. О, с бразильцем могу табаком поторговать. Надо бросить ему благовоние на табак. Как у меня, кстати... Со счастьем. Ну, плюс 2, опять же, ни на что не работает. Ну, то есть нигде нету. Не, вот в Багакуме есть плюс 5%. Плюс 10 к росту. Бразилец кинул предложение. Боже, неужели наконец-то город тут поставлю? Кстати, можно тут тоже вырубать, я думаю. Принял. Так, может тут центр коммерции, раз такое дело. Не, ну апит точно тут надо ставить. Привет. А игра вообще долго будет продолжаться? Серьезно? Конечно. Странный вопрос на 56-м ходу. Ты в Циву не играл ни разу, да? По сети нет. Ну, по сети играл, но... А, так пигмей, забей, там еще ходов 15 для тебя. Максимум. Я вижу. А, его уже забирают? Не знаю, коммерческий... Мне уже спать надо, поэтому я бы сейчас лучше уже вышел. То есть вообще не сопротивляясь. Ходом падает. Еще два города останется, но там дубины, а у меня мечи с генералом. Ну, ты у меня разграбил железо, и мне не хватает их. Поэтому, если можно, я бы сейчас вышел. Так, здесь я тоже могу. Да. Надо вырубать будет. Да у него тут сколько? 6 мечников, что ли? Больше, да там дед, 6. Дед обижает. Я никого не обижаю. Сколько приостановлено? Это вышел кто? Ну, видимо, испанец. Ну, то есть отдать... В смысле вышел? Ты вылетел? Ну, тогда я компьютеру даю контроль, я думаю, значит, можно ему не возвращаться. Ну, я так понял, это у меня так Цива решила кончить игру. Ладно, это все равно ничего не знаю. Ну, спасибо за мучение. Всегда, спасибо за игру. Первый раз, кстати, он. Ладно, всем спокойной ночи и удачной игры. Так, а кто вынес... В итоге супер ацтек. Понятно. Супер ацтек. Лёша, ты мне можешь железо продать? А зачем оно тебе? Ну, честно, на персы пойти. Что-то не нравится.
А сколько ты мне дашь за него? Вот тут вопрос. А что нужно для этого? Ну, я не знаю. Нет, ты видишь. Какие-нибудь деньги заплатить? Всего 100 монет. Я могу 100 монет дать. А железа тебе сколько надо? Десяток. Ну, давай, за 10. Железо 100 монет, по-моему, честно. Так, тут нету, возможно... Попыли, наверное... Или обработать. Кинул, да, давайте обработаю. Да, производство у меня тут, конечно, везде сейчас будет. Завались. Строителя. А ты в союзы когда выйдешь? В союзы. Так, в союзы. Блин, я даже не знаю, где они. Исторические хроники, да, открываем. Поэтому я тебе не могу сказать, когда я в них выйду. Ну, они после наемников. А, после наемников. Тогда... Ну, я не знаю, сколько они будут у меня открываться, но наемники у меня 5 ходов. Ой, папа, слушай, извини, я это... заигрался в войнушку, это я не заметил дружбу. Сейчас приму. Хорошо. Пигмайленд он переименовал Мадрид в Пигмайленд. Да. Конечно, понимаешь, он хотел к своему нигу, к нику, но это похоже, типа... Город моей свинки больше переводится. Пошли этим сюда. Этим тут обработаем. Дальше качнем, наверное, Пингалу. Наверное, шахту сделаю. Наконец-то довел этого посела. Так, Апит тоже готов. Мастерскую или святилище? Блин, ну если бы меня не давали... Города вот стоил. Давайте лучше амбар сначала. Амбар. Так, тут... Меняем... Говорит. На... Бразилец. Строительство оборонительных зданий. Фига у нас религии. И кампус давайте поставим. Фия. И дальше... Да, в средневековье. Религиозные жеужики. Да, религиозные жеужики. 5 религий. Ну, да, 5 из 5. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!